Ну и напомним, что в эти дни у нас в Москву придет весна, правда, не климатическая, а спортивная. Сегодня и в ближайшие выходные все поклонники художественной гимнастики смогут насладиться соревнованиями за Кубок Алины Кабаевой и Кубок чемпионок «Газпром», собравшие по традиции лучших художниц планеты. Прямо сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Михаил Цибулин. Миш, привет! Расскажи, что интересного происходит сейчас во Дворце спорта «Дружба». Да, спасибо большое, коллеги. Рад приветствовать вас из универсального спортивного зала «Дружба», где в этот уикенд проходит Гран-при Москвы. И сейчас, в данную минуту, за моей спиной вы можете наблюдать, как проходят соревнования среди юниорок. Ну а с нами в прямом эфире готова пообщаться хореограф сборной команды России, заслуженный тренер России Ирина Зиновко. Ирина, рады видеть вас здесь. Скажите, пожалуйста, насколько важны такие турниры для детей, прежде всего, которые участвуют в них? Это очень важный турнир, особенно потому, что он первый в этом сезоне. И все проверяют свою программу, первый раз показывают на публике. Это очень важно не только для гимнасток, но и для тренеров, так как будет видна реакция не только судей, но и зрителей, что очень тоже важно для гимнасток. И, конечно, особенно юные спортсменки очень любят принимать участие в этом турнире, потому что публика в Москве очень доброжелательная и всегда поддерживает юных гимнасток. В общем, очень хорошее, доброжелательное соревнование. Наверняка не первый подобный турнир для вас в Москве. Расскажите, вот с каждым годом растет число участников, растет ли и уровень соревнований? Ну, конечно, растет уровень соревнований всегда. И число участников практически максимальное каждый год. Так как это, еще раз повторюсь, первый турнир. И все хотят приехать, все уже устали тренироваться, устали готовиться и хотят уже показать, на что они способны в этом сезоне. Ирина, как вы считаете, насколько важны такие турниры с точки зрения развития вообще детско-юношеского спорта, художественной гимнастики в нашей стране, того вида спорта, в котором у нас, ну, конкурентов нет пока? Конечно, чем больше турниров, тем лучше. Приходят родители, приходят бабушки, приходят знакомые, приходят друзья. И просто заинтересовавшиеся люди художественной гимнастикой, так как в нашей стране это очень популярный вид спорта, практически все девочки занимаются художественной гимнастикой. У меня, например, все знакомые, все друзья, кто имеет девочек, они все занимаются художественной гимнастикой. Ну и последний вопрос. Как вы считаете, есть ли шансы у тех, кого мы видим сегодня здесь в юниорских соревнованиях, в будущем стать звездами художественной гимнастики, олимпийскими чемпионками? Ну, конечно. И все мы помним, и на этих соревнованиях начинали выступать и наши чемпионки мира, и олимпийские чемпионки, и Яна Кудрявцева, и Маргарита Мамуна, это последние наши, да, великие гимнастки. И так как у нас проходит в рамках соревнований еще Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой, то, конечно, Алина Кабаева – это для многих настолько известная, популярная личность в художественной гимнастике, не только в художественной гимнастике, что все хотят участвовать еще и в этом турнире особенно. Спасибо большое, Ирина. Это была Ирина Зиновко, хореограф сборной команды России, заслуженный тренер нашей страны в прямом эфире «Матч ТВ». Коллеги, вам слово. На месте событий работает наш коллега Михаил Цибулин. Ну и давайте коротко напомним расписание прямых трансляций на канале Матч ТВ, которые начнутся уже сегодня. Итак, смотрите церемонию открытия, а затем групповые соревнования и многоборье, упражнения с обручем и мячом. Завтра квалификация юниорок в многоборье. Сразу две трансляции в 15:45 и 18:20, а в воскресенье финалы в отдельных видах.